рассказать об особенностях работы и поделиться опытом. Судебные приставы Сургутского района провели круглый стол со студентами Сургутского института экономики, управления и права. Темой обсуждения стал процесс взыскания алиментов с должников. Это первая встреча в текущем году. До этого подобные мероприятия с будущими специалистами проводились и на другие темы. Однако, по словам приставов, умение работать с должниками является самым важным навыком в профессии. У нас на самом деле большое количество граждан, имеющих алиментные обязательства, но не желающие исполнять их, скажем так, в добровольном порядке. Поэтому сегодня со студентами обсудим, скажем так, проблемы, возникающие при взыскании алиментных платежей, а также методы, которыми пристав пользуется для того, чтобы все-таки понудить должника исполнить свои алиментные обязательства, ну, либо уже взыскать принудительно. Судебные приставы рассказали будущим юристам об особенностях и нюансах профессии, затем ответили на вопросы и обсудили детали. Сами студенты признаются, что тоже заинтересованы в таком формате, ведь многие задумываются, чтобы пройти практику в Федеральной службе судебных приставов. Круглый стол считают возможностью проявить себя и получить информацию, которая поможет в написании научных и дипломных работ. Мы с ребятами подготовили статьи, которые относятся к проблеме осуществления законных интересов, прав несовершеннолетних, и моя статья на тему ограничения родительских прав. У меня есть вопрос непосредственно к приставам, поскольку в теории и практике они же отличаются, и именно поэтому я выделила ряд основных проблем, которые, в пути решения которым я нашла, и вопросы, которые я хочу задать приставам.